Скажите, вот как вы относитесь к тому, что происходит на дорогах у нас? И аварии, и хамство? Ужасное хамство, ужасная авария, но это только через центральное телевидение, через школу, через... Мы же... Все эти водители, это когда-то были детьми, понимаете? Вообще общество, это... Все общество у нас произрастает из семьи и школы. Поэтому как-то там надо что-то делать. В измольстве, во младенчестве, да, в детстве. Как вы относитесь к образованию? Потому что сейчас школа не такая, как была раньше.